Так, пока я остановлю. Так, офига, первая заново грузится. Это лаборатория Б. Нет, это After One B. А, я не знаю, подумаю, посмотрим. А прикол, все, вы прошли карту, идите вы нахуй. Ирина, что это было за преисподнее? Блин, ну это же надо было так затырить, а. Я не снимаю. Ясно. Офига, я продолжаю. Ладно, тогда тоже продолжаю. Короче, это мы полчаса думали, сейчас время... А, кстати, сегодня 11 число, поздравьте меня. Поздравьте меня через 9 дней, день рождения, киньте мне в обмане. На обмане сотку. Копейку каждый. Киньте, я тебе 2 копейки закину, Макс. Я тебе кидал рубль. Хорошо, короче, вы, короче, давайте, каждый подписчик кидает мне по рублю. Или по 100 рублей. Все, по 100 рублей. О! Нет! А? Почему на начало вернулись? А, это кооп, кооп. Если честно, короче, все. Всем спасибо за просмотр. Теста, всем пока. О, все. Что? Я остановил карту. Я остановил карту, а началась загрузка. What the? Я следующую поставлю часть. О, надеюсь, мне максимум 15 минут, если мама не придет. То есть у меня все мама зависит. Кстати, мне сегодня папа такой прикольный телефон принес. То есть там есть игры. Там даже игры есть. На телефоне. City Blocks, Bounce и что-то еще. А, еще какая-то хрень. Как типа майн. Нет! Я обронил телефон. Нет! Реально, пусть твои фаны меня поздравят. Фаны, если вы это услышите, поздравьте Макса. Фапы. Фапы, бля, я не снимаю. О, Пибоди. Бля, почему за... Эй, ты горишь. Что я горю, ты издеваешь? Уйди оттуда. Я не уйду. Подожди, у меня проблемы технические. Ладно. Все, наверное, надо в каждую дырку заглядывать. Так, а здесь ничего. Смотрим в каждую дырку. Опа, аж у тебя в жопу дальше. Большая, маленькая, ом-ням. Блядь, откуда, где протечка? Меня эти хрени не пускают. Пофиг, пошли. Стоп. Туда. Все, Паш, ты сломал карту. Давай ко мне иди. Ты где? А, стоп, я иду. Я просто был... У меня что-то с... У меня были... Что за пещера древняя? А, стоп. Короче, это... Что, где? Что? Стоп. Так, это что вторая часть. Это, короче, вторая часть, я не... Вау. О, как я прыгнул. Тут вау, гравитации блядь. Меньше. Мы в космосе, Макс. А, ну да. О, турель, турель. Так, давай подумаем, что тут можно сделать. Что это такое? Уитли, что ты тут потерял? А, это хоть не ты. Уитли? А я за Уитли был. А-а-а, меня насилуют. А-а-а. Что за хрень? Турель. Нет. А, вот тут, блядь, как турель можно остановить. Нет. Я застрял. Вы больно бьете. Я застрял. Где ты застрял? Посмотри, где я. Где ты? Вот именно. Бак. А, ждем меня, я тоже сейчас умру. Прикол. Ты чё, турель? Ах, тебе. Ах, тебе прошел. Ах, тебе прошел, турель. Паш, подожди меня. Блять. Блять. Почему пожалуйста, тут резнулся? То, пожалуйста, постригитесь, что? Мне турель сказал, пожалуйста, постригитесь. Скажи, у тебя волос нет. О, я снял первую турель. Короче, так. Заново начинаем. Подожди, мама. Подожди, не надо заново, подожди. Сейчас она меня убьет, может, меня надо подождать. Да вряд ли, мне кажется, это баг. Подождем, я слишком жирный. Всё. И застряли. Блядь, ты жирный. Стоп, это же выход. Да нет, вроде. Застряли. Блин, ублюдок, рестарт. Баки гребаные. Ты стоя. Почему у тебя на башке был этот? У тебя на башке был кубик, а у меня нет. Это я заработал. Как, ачивка?
Да, вроде. Ачивка. Это за прохождение Портала? Да. Просто прохождение. Да, коп. Я тоже шапочку хочу. Как в Team Fortress, шапку оленя. Какой-то чувак предлагал, что хочет он купить Dota 2 и эту шапочку за $3. Я продам ему обязательно за 100 рублей. Давайте, короче, каждый подписчик мне скидывается по 1000 рублей. 43 тысячи рублей, блядь. Чё, блядь, давай. Как ты попал туда? Вот отсюда. А, умираем, короче, умираем. Не-не, не надо умирать. А я пробка не был. Что она? Что? Что ты делал? Кнопка ничего не делает. Она что-то делает. Нет, стоп, смотри, турели. Какая-то красная хрень мелькает. Походу при каждом приближении это... это не... смотри, модель не прогрузилась. Ага, это походу Уитли. А он Уитли, вот Уитли. Уитли! Не, это не Уитли. Он... Это который... Это Уитли. Это который любит космос, чувак. А, да. У меня есть новые эмоции. У меня есть новые эмоции. Две новых эмоции. Пошли скурнуть. Я захвачу космос. А, все, нет турели. Как ты уничтожишь? Я могу легко уничтожить эту турель. Ну да, так же. Просто прыгай и захватывай. Да, я знаю, что ты не говоришь. А, сейчас так. Она будет за место блока у нас. За место... Нет, она не будет там стоять. Она охраняет кнопку, все. Так, что делать на кнопку? Я тебя убью! Моя турель, нет! Я убью! Где встань на эту кнопку? Жирный. О, луч! Получает тонкий. Вот что она делает. Только теперь эту хрень надо активировать. А ну-ка, если туда встану. Кнопка включена. Надо смотри, как-то... смотри, эти хрени могут походу отражать. Возможно. О, попал. Походу они по всей карте расставлены для этого. Так, надо вот, короче, вот эту... Ах ты, вов, шапка висит. Сука. Да, тебе по яйцам. Нет! Мне ничего жрать надо. Так ты пидрила. Че сказал? Вот так умеешь. Чего? Не умеешь. Это то, что ты прошел бороду. Я не прошел его полностью. Стоп, она становится а вот прямее. Умеешь. Да не умею, я танцеваю, пошел на. А что эта кнопка делает? А, она отражает, походу. Да, да, видишь, на нее идет. То есть надо как туда попасть. А, вот, начало. И там что-то есть. Воу, точно. Походу, оттуда все начинается. Там кнопка, как туда попасть. А, вот так. Воу. Так. А, я не могу туда пройти, мне отталкивает. А, конечно, это хрень стоит. Как, тут надо попасть как-то вот через это. Античембер? Кассет играет в античембер. Откуда у него античембер? Это вообще не стимовская игра. Это стимовская. Там было написано, не связанная со стимом игра была бы написана. Ну так и написано у меня. А, ну ладно. Ну ладно, братья. Что делать? Может опять полчаса посмотрим, будем смотреть без записи. Пофиг, сначала поржем, а потом. Ладно. Мне интересно, что вот эта хрень делает. Вот она что делает. Рок. На тебе. Я хочу, конечно, за бумагу сыграть. Отключена, кнопка отключена. Кнопка включена.
Чё, охуел? Так ты, сука. Жирный, блядь. Харе, харе, короче. Так, смотри, нам надо, чтобы вот как-то так отражалось. Но как нам запустить хотя бы? Что вот эти кнопки делать? Вот эта кнопка делает вообще. Какие-то нажми на них, нажми. Смотри, вон хрени какие-то эти. А, я, кажется, понял, надо вот эти хрени именно отразить их. Ты должен, короче, вот я смотри, буду нажимать, а ты вот должен. Вот я откладываю, все. Нажми кнопку, как ни ту, нажми кнопку. Сейчас вот сейчас. Они обратно полетели. А, все, понял, короче. Теперь надо на реакцию, грубо говоря. А теперь там что делать? Стой, сначала туда долетит. Теперь туда вот. Иди. Там кнопку жми. Я не успею. А, портал. Все правильно. Ты стой там. Отражаю целых две кубика. Так, все, они летят. Теперь ты отражаешь, да, отражаешь. Теперь я иду туда и отражаю это. Не-не-не, это надо сверху кнопку. А нет. Почему они взорвались? Нет, не так надо, смотри, там сверху есть кнопка, вон туда надо вставать. А-а-а, ну сейчас туда. Ладно, пока пофиг. Так, стоп, давай еще раз нажму и попробуем. Подожди, не надо пока нажимать, меня туда хотя бы попасть покажет. Все, сейчас я уже готов туда попасть, все. Так, все, я нажимаю кнопку. Да-да-да, всё. Мы сами додумались. Да, неужто. Даже не думай полчаса. Я пока поржу. 5 минут осталось. Ну да. Мы должны за 5 минут могу пройти. Все, отражаешь, да? Да, отражаю. А теперь мне надо попасть теперь, да? Так, теперь надо нам надо вместе туда. Хотя ты можешь... Не-не-не, успеешь. Все правильно. Хорошо, вот, что я несколько послал. Все, чиминг это. Так, я прошу. Дай мне пройти туда. Заходи. Вот и все, я активирую. Почему дверь закрывается? What the fuck? Ты где вообще? Я тут. Ты че, я тут. А, вот ты где. Так, что делает кнопка? А, бросает эту хрень опять. А что делает кнопка это? Твою мать! Смотри, а тебе надо нажать на кнопку, иди сюда. Даже я знаю, как вот надо вот так делать. Что нажми ты? На кнопку. Угу. А дальше? Так, а там что хоть? А там нет портальной поверхности. Ты должен как ее типа направлять, да? Пойдем туда посмотрим, хотя бы для начала что-то. А, вот портальная поверхность. Ты задолбал, дай мне пройти. Ты куда? Где ты? Вот, попал криворукая жопа. Вот, тут турели, правда. А, ну их надо сбить, все, я понял. Ну, как? А, не знаю как. Смотри, ты сюда поставишь портал, а потом вот я стану на кнопку, и ты... Так. Куда мне что ставить, я не понял. Ну. Стоп, надо подумать. Ничего к тебе пришёл. Так, если... Надо, короче, как-то направить... А, ну просто поставь сюда портал. Свой, другой. Иди, короче, туда. Отсюда иди. И там поставь портал. Да. А теперь возвращайся обратно и жми кнопку. А, да, кстати, правильно придумали. Все. Даже без полчаса. Давай, 3 минуты. Мы должны пройти за 3 минуты эту карту. Я должен направить. А, все, слетели. Так, я пошел. Это ж не все. Давай со мной, тут эпически. А вот и стеклышко. Да. Лох. Че ты дал? Лох. Видишь, не зря портал предложил. О, Вера.
Походу это на 3 минуты. Это не займет. О, это все. Теперь нам просто надо встать. Браво, пошли. А я думал, это займет более 3 минут. Не зашибись. Музыка. Win. Видишь, ровно справились за час. Все. А если мы не посмотрели бы полчаса, то